помещаешься ты? Здесь я помещаюсь. Хрена приоры поливают, блин. А чё у приор там с тормозами? Приора чё на турбе, я не могу понять. И понял, что у меня далеко не со шрусом проблема. Едут по левой полосе, блин, делятся. А именно проблема с гранатой. И это вот появилось вчера резко. Ну, поэтому аккуратненько едем. Даже вот, ну, когда тормозишь, он так появляется, такой неприятный звук. Не хватает мощи. Моментах на трассе хочется чуть побольше сил. Едем в Фанагорийку сейчас. Я не знаю, я просто надел камеру, записываю, возможно, это как во влог войдет куда-нибудь. Думал, просто тут исполнять буду, пока ехал с 63-м исполнял стареньким, прям нормально так тоже наваливал. Так пропустил, красавчик. Заодно проверяем гранату, как она себя чувствует. Масло, кстати, достаточно слабо греется. Так, здесь я обычно всех обижаю. Вот здесь, вот сука, гранта, блядь. Тоже знает, что тут камеры нету, но все тормозят почему-то. Чтобы у нас везде были такие дороги, я прям на них кайфую.
Я же говорю, вот примерно по ширине вот здесь дорога как МКАД. Ну, я думаю, я так как бы на глаз прикидываю. Я на самом-то деле в Москве ни разу не был. Очень горю желанием поехать туда и там поисполнять. У нас нету просто таких дорог, где много полос и широкие дороги. На них на самом деле можно очень кайфово исполнять. Прям знатно. Что мне вот на таких трассах не нравится, например, тут нужно подумать, когда ты вот так несешься, машина может перестроиться, вот как сейчас, пропустить меня, то есть если я буду там прыгать. В этом есть большая опасность, поэтому прям накатом так хорошо идти не получится. Здесь нужно чуть больше времени на обдумывание своего маневра, чем, например, на дороге, где будет три полосы, потому что на трехполосной дороге никто не будет уходить влево, как бы. Все и так понимают, что ты можешь там попрыгать. Да, чё, братик. Температура масла 110 градусов. А после... Ай, вот слышали, слышали, да? Вот как будто бы под, защита двигателя как будто бы цепляет асфальт. Вот примерно вот такой вот звук. Испугался. Конечно, сзади, блин, это выглядит очень жестко. Машина очень быстро приближается, особенно когда она черного цвета. Вот, сейчас слушайте. А сейчас не было. Особенно когда машина черного цвета, она как пуля выглядит. Мне недавно в городе какой-то тип на Пассате или не знаю, на сельхозе тоже так разогнался, в ропу едет. Думал напугать меня или ну не знаю что, ну я доехал как ехал, но на трассе как бы вот если человек уходит, значит он молодец, он смотрит зеркала. Так надо обучать людей смотреть зеркала гораздо чаще, чем они это делают. Я когда еду, вот сейчас я чаще смотрю в заднее зеркало, чем вперед. Спереди я посмотрел, я уже запомнил ситуацию, а сзади всегда все что-то может поменяться. Зная, что происходит сзади, ты можешь ориентироваться, как ехать вперед. То есть, если какая-то ситуация, знаешь, что сзади, ты уже знаешь, можешь ты перестроиться, либо там куда-то в другую там сторону уйти. Вот, смотрите, кварц, даже птичьи какашки отлетают. Так, тут где-то камера сейчас. 111 градусов масла, выше не поднимается. На вязкости поменьше, у меня, конечно, уже градусов 120 была температура. Я узнал, что у меня... с мотором. Мне не нужна капиталка. То, что у меня потраивает, оказывается, дело в форсунке. Форсунка второго цилиндра у меня заливает. Я это недавно понял. Блин, да вообще не интересно, вы чё все? Вот не хватает третьей полосы. Не поднимается больше 110 градусов, вот 109. Вообще я сказал, что буду аккуратно ехать из-за того, что привод непонятно. Я не знаю, как машина себя поведет, если с ним что-то произойдет. Но вот по прямой я еду, вообще никаких проблем. Поворотов еще не было, как бы таких особых. На поворотах надо бы его проверить еще. Слышали, да? Скорость большеватая, поэтому как бы прям жестить на такой покрыше, на таких покрышках нельзя. Несмотря, вот единственное, что помогает, это температура асфальта. Асфальт теплый и как бы перед, он такой подуставший, это да, но он держит, ведет за собой задницу. Меня вот я снимал спринт, там в поворот я шел на большой скорости, достаточно для поворота такого
У меня так понесло. Я, во-первых, немного очканул. Я там... Не хочу я резко запрыгивать. Я ж не отчаянный пацан. Вот, меня там немного понесло. Я рулем чик, и все, и сравнял машину. Молодец, он понял, что я буду перестраиваться, и ехал прямо. Я таких люблю, как бы, кто не уходит, а дает мне попрыгать. Пользуясь случаем, я сейчас в пробке стою, хочу рассказать, вот как я езжу по трассе, когда пробки. Ну, как бы, у меня же есть тоже свои, как бы, человеческие понятия. Например, если пробка стоит, и вот есть вот эта вот полоса вторая, но при этом стоит пробка, я пробку не обижаю. Я не обижаю по гравийке, я не обижаю нигде. Вот видите, вот, ну вот что это. Вон. Типа решили с этой заехать сюда. Я как бы, я вот это не понимаю, как бы я его пропущу, пускай едет. Проезжай, проезжай. На меня смотрит, что, будто бы я ему что-то должен. Те, кто едут слева, я таких не люблю. Не круто это вот так обижать. Я не могу себе позволить вот это вот выехать, а потом меститься, чтобы меня кто-то пропускал. Мне не по кайфу, когда я должен перестроиться и должен кого-то просить, чтобы меня пустили. Ну вот мне, как мужику, например, это даже не нравится. Например, в шашках объехать, либо там по встречке объехать, да как угодно, как бы. Ты объехал, но ты никого не просишь, ты сам это сделал, как бы, никто даже и не ожидал такого момента, как бы, и все. А вот это вот подъезжать, типа унижаться, как бы, ну, пусти меня. Ну, я не знаю, может, это у меня лично такое мировоззрение. Поэтому в таких моментах, если я никуда не опаздываю, я еду себе и все, как бы никаких проблем нет. Если я, конечно, опаздываю куда-то, тогда да, но и то я не буду ехать по вот этой вот полосе, я буду ехать по встречке, как бы я сделаю так. Дождусь, пока там никого не будет, чтобы аккуратно, и объеду. Ну, это лично мои такие приколы. Напишите в комментариях вообще, как вы поступаете на трассе, когда вот такие вот заторы. Мне на самом деле очень интересно, вы относитесь к тем людям, которые по обгонной полосе обгоняют всех, а потом просятся, чтобы въехать, или вы едете просто по центру, как я, и едете дольше всех. Кстати, на самом деле, вот если бы я ехал дальше, мне там потом надо налево повернуть, я бы всех, кто перестроился, я бы по пути догнал и обогнал. Возможно, я из-за этого еду вот так. Езду как-то она более такая какая-то напряженная получается. Вообще я, конечно, мог тут запрыгнуть. Априоры там нет. Что за движуха? Я не могу понять, как-то
Приора так едет, скорость-то не маленькая для Приоры. Догнала. Что за приоры там, не могу понять. Прикиньте. Интересно, интересно. Достаточно интересно. Уйди ты. Тут едем. Так. Там приоры за Витарой стоят, тупят. Мы сейчас здесь. Нет, это... Если вы досмотрели до этого момента, до конца видео, я очень рад и благодарен вам за это. Слушайте, такая ситуация, очень много просмотров от зрителей, которые не подписаны на мой канал. Соответственно, ребятки, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь, заходите на мой канал, смотрите там другие ролики, они крутые, заряжают адреналином. Для тех, кто впервые тут и думает, что какой-то дебил носится, типа убьет кого-нибудь и тому подобное. Друзья, я знаю, что я делаю, я знаю, чем я занимаюсь. Никого не убью, и те, кто подписываются для того, чтобы подождать, когда я разобьюсь, оказывается, много таких людей, кто ради этого подписывается, то, в принципе, можете отписаться, потому что вы не дождетесь. Ну, а с вами был Джогер, еду сейчас с тренировки как раз монтировать это видео. Надеюсь, оно попадет под монетизацию, потому что больше я не буду выкладывать ролики с желтым значком монетизации. Обязательно зайдите на прошлый ролик, посмотрите его. Хорошая платформа выдала желтый значок монетизации, и, соответственно, ролик прошлый не попал в рекомендованные и набрал мало просмотров. Поэтому поддержите этот ролик, перейдите на него. А этому ролику ставьте лайк, если вам понравилась езда по трассе. Пишите об этом в комментариях, и я обязательно буду снимать для вас еще. Трассу.